Сахнада Манасч Самат Кочербаевчана, Устат Шакирт фольклордук ансамбле. Бүгүнкү дүйнөлүк көчмөндөр ойнунун жабылуу аземин баштап бермекчи. Манастын сыргага кыла оен чыңдада калагашкан тынарда кармаган жерин чыгарга коптанынан капчырат көкбүрүнүн бастырат улак колгоң тийгенди камчыча ийгенди кук коендой секирип камалаган чурудун ошондо качы белең жүрөт бекилим кээде катын чаптырып кээде токту бастырып кыргыл чалды башкалап кырк чоронун шаштырап кармак бостан жазгырап кыраманан каттырап эл сыргактын жактырап калаякара күңүлдөп коркондор жандан түңүлдөп кырк чоро тарткан көкбөрө кармаган элиң бүлүндөп кызыктуу оюн болоптур көңүлүң көнүң толуптур ошол күндөн ушул күн көкбөрүң атка конуптур. Пейзажи Кыргызской Республики – это горы Алато, Хантенгри, Сулайманто, Читыогус и другие. Сіздер Кыргызстандын эң кол жерлерин көрүп жатасыздар. Азыркы учурда Устат Шакирт фольклордук ансамблинин аткаруусундагы мыкты композиция, аны коштогон Кыргыздын эң ыйык жана эң көрүктүү жерлери. Вновь на сцене фольклорно-инструментальный ансамбль «Устат Шакирт». Thank you.
Құрматты телегөшілер, сіздер түз эфирде екінші дүниелік көшпенділер ойындарының салтанатты жабылу әзіміне көп жатастар. Мағлұматы ретінде айта кетейін десе, бұл екінші дүниелік көшпенділер ойындарына 60 шақты мемлекеттен 1200 спорт шебері келіп қатысып, жалпы байке фонды 28 миллион 400 мың сомды түзді. Айта кетейін десе, мелдештерде жалпы саны 387 болған 79 комплект медаль ойнатылды. Алардың 111-і алтын, 111-і күміс, және ішінде 165-і қола. Продолжаем церемонию закрытия вторых всемирных игр кочевников. Ну, основная идея игр кочевников, которые проходили на протяжении 6 дней на берегу Иссык-Куля, это, безусловно, идея сближения народов и культур. Это праздник возвращения к своим истокам, возможность показать последующему поколению, всему миру, все богатство кочевой культуры. А для зрителей это способ узнать новое, прикоснуться к первозданной природе, древним традициям, увидеть радушие и искренность кочевников.
Шакирт этно ансамблинен мүлкті чығарманы тұлшы үшін өнілен наушыл көчмендер ойындарының өткөрінің негізге мақсаты. Кочевников. Мы со временем продолжаем прямую трансляцию с побережья Сухуля, города Чупаны, с ипподрома. И сейчас для вас, уважаемые телезрители, фольклорный инструментальный ансамбль «Усташи».